главный вызов – это обеспечение безопасности данных клиентов, компании. Ввиду начала событий февраля текущего года, эти вызовы весьма усилились именно с внешних факторов. Появились множество хактивистов, которые пытаются напасть на наши компании, похитить данные и нанести всяческий ущерб. Ну а мы должны защищаться от этого, как и всегда. Ну, относительно. Действительно, много продуктов используют зарубежных, и нужен был какой-то толчок для развития наших российских продуктов. Главный минус наших продуктов, что они достаточно дороги по соотношению с зарубежными. И это, ну, достаточно печальная история. Отчасти можно понять, что рынок у нас узкий, и продажи не так велики, как на зарубежных рынках, и это, возможно, влияет на ценообразование. Но в сравнении, конечно, наше решение проигрывает, к большому сожалению. Ну, поскольку я исторически так сложилось, банковский специалист, и в банковской отрасли всегда движителем был регулятор в лице Центрального банка Российской Федерации и регуляторы. Но в последнее время, в принципе, прослеживается ситуация, когда и бизнес начинает понимать, что необходимо уделять внимание информационной безопасности и инвестировать деньги в эту историю. Потому что, ну, налицо громкие, скажем, взломы, которые на слуху и влияют просто на общество. Резонансные. Скорее, наверное, отрицательно, потому что такое ощущение, что появился какой-то ярлык злых русских, которых не воспринимают и как черная метка. Если ты имеешь русские корни и являешься вендором, то тебя просто пытаются вытеснить с рынка. Недавно был случай по поводу компании с русскими корнями, которая занималась внедрением решения по пуш-нотификации, которая реализована во многих зарубежных решениях. После того, как информация всплыла о том, что компания имеет русские корни, их код начали активно выпиливать из всех зарубежных решений. Несмотря на то, что оно используется достаточно широко. Я считаю, что вполне успешно справились, несмотря на громкие кейсы, которые прогремели там за текущие полгода. Но отрасль сконцентрировалась, собралась, и многие компании, которые предоставляли свои услуги по модели MSSP, усилили свои позиции и получили достаточно большой приток новых клиентов. В связи с уходом большинства зарубежных вендоров нам важно получить какой-то энергетический толчок в нашу отрасль, чтобы вендоры повернулись лицом к заказчикам, научились их слушать, реализовывать пожелания, требования. Ну и, конечно же, сделали свои продукты более доступными для большинства заказчиков. Это будет переопыление специалистов между разных отраслей, потому что опыт у всех кардинально может отличаться. И когда специалисты на одной площадке встречаются, происходит, ну, как я называю это, перекрестное опыление. Возникают новые контакты, идеи, и вендорам это полезно, и непосредственно участникам.